Засыпай. Я думаю, что, конечно, такие мероприятия очень важны, очень важно показать ребятам, что они могут выздороветь и что они выздоровят. И я думаю, что если наш приход приносит позитивные эмоции, то мы будем приходить сюда. Гус, часто играл в такую? Я вообще люблю всякие настольные игры, но именно в эту не часто мне приходилось играть, но мне очень нравится. Я надеюсь, что это приносит им позитивные эмоции, поскольку им действительно приходится нелегко, им нужно через многое пройти. Я думаю, что если мы дарим детям радость, то я бы ходил сюда как можно чаще. Что ты делаешь? Сыграем с ребенком в карточки. Ты понимаешь вообще, в чем суть игры? Да, мне надо читать до пяти. Тяжело. И хорошо играют. Очень ждал их, когда они придут, да. Ему интересно общение с ними. А мы первый раз сегодня встречаемся с игроками. После, я думаю, будет много эмоций. Будет рассказывать всем знакомым родственникам. Дети очень долго рассказывают об этом, они живут этим долгое время. И действительно, вот когда мы говорим о лечении, мы долгие годы, возможно, не замечали этого, возможно, было не до решения таких проблем, потому что где-то не хватало лекарств, где-то мы еще не переходили на новые технологии. Но сейчас, когда уже процесс лечения стал совершенно другим, когда дети стали жить, вот эти встречи, они очень важны, потому что с точки зрения именно психологической поддержки, понимания ребенка, что он не один, что к нему приходят, что все будет хорошо, оно составляет 1/4, конечно, всего лечения. Поэтому огромное спасибо команде, во-первых, руководству команды, которая понимает это, да, хоккейного клуба, и ребятам, которые вот тоже часть своей души, потому что вольно или невольно, все равно они играют, они вкладывают, они видят, какие дети, и они вкладывают тоже часть себя. Поэтому огромное спасибо и за помощь постоянную, потому что вы собираете всегда на каких-то марафонах и деньги, и все. И вот когда приходите в отделение и видите комфорт, это все деньги авангарда, которые вкладываются вот в это.